Re. Viss ēters ir te. С 1 января 2020 года в Латвии не будут рождаться неграждане. Такую идею экс-президента Раймонда Вейниса сегодня во втором чтении поддержало большинство депутатов Сейма. Однако не обошлось без дебатов. Так, автоматического гражданства для тех, кто родился после 21 августа 1991 года, или тем, кто младше 15 лет, не будет. Эту инициативу отклонили. Эти дети живут в Латвии, по большей части уже в третьем поколении. Они родились в независимой Латвии, и это их единственный дом. У них нет другой земли, которую они могли бы назвать своим домом. Вейнис вынес на рассмотрение еще предыдущего 12-го Сейма. Но тогда депутаты инициативу не поддержали. Для справки, каждый год с 2016 по 2018 на свет появилось 47, 51 и 33 ребенка негражданина. Окончательно утвердить законопроект парламент должен будет, снова проголосовав за инициативу в третьем чтении.